мы подготовились и продолжаем готовиться к встрече с детьми. Конечно, 1 сентября очень волнительно для всех, для родителей, для детей, для новых учителей, которые придут тоже в новые учреждения. Разработаны графики входа. По классам будут распределены территории, где классные руководители встречают детей. 4 входа вот из этой части. На первом этаже у нас будут размещены первые классы, и они у нас входят во второй вход по очереди. 8 часов 1А, 8:15 1Б и так далее. Мы сразу разрабатывали маршрут, чтобы от входа не так далеко был кабинет, потому что дети будут, соответственно, размещены в отдельном кабинете. Значит, у нас здесь вторые, четвертые классы, и вот один кабинет свободен, который будет как раз для изолятора. Масочный режим у нас для детей имеет место быть на усмотрение родителей, потому что мы понимаем, что пришел ребенок здоровый, мы измерили ему температуру, поэтому здесь, если родители, конечно, опасаются, они могут использовать маску. Мы находимся в замечательном актовом зале, который позволяет разместить 563 человека. И надеемся, после снятия всех ограничительных мер у нас будут яркие мероприятия. Вместо линейки разрабатываются классные часы, тематики очень важные для нас, 75-летие Великой Победы. Мы находимся в художественно-эстетическом зале, где будут проходить занятия по данному циклу, в том числе и хореография. Детки тоже очень ждут этих занятий. Подстраиваться будут все, конечно, надо понимать. И родители, и учителя, и дети надо объяснять. И правила гигиены дополнительные. Да, конечно. Да. Если вы хотите учиться в школе, а не дома. Но мы с вами вот на втором этаже, давайте как бы маршрут уже в столовую. Мы бы рады были и одномоментно всех накормить, но в этих условиях, конечно, будем детей разводить опять по времени и, так скажем, по месту их расположения. То есть здесь можно, например, один класс рассосредоточить через ряд, следующий класс, то есть на дистанции. Здесь уже будет, конечно, на дистанции. Опять по времени. Кухня своя, да. Здесь все приготовление пищи отдельное. В рамках субсидий всех горячее питание для 1-4, все положено. Да, готовы? 1 сентября. Готовы. Ну, еще много ничего нужно сделать. Она все успеет. Конечно. Я думаю, что даже разговор уверена. Спасибо. Настрой всегда очень важен. Позитивно настроены. И, в общем-то, позитивный настрой, я думаю, тоже и для коллектива, и для детей, и для родителей, конечно же. Он в какой-то мере передастся от меня, и мы, в общем-то, будем работать как положено.